Хабаровск едет одна из самых популярных современных поэтесс. Аха Стахова собирает сотни и тысячи зрителей на разных площадках России, ближайшего зарубежья и стран Европы. А широкая популярность к ней пришла после выхода видеоролика на стих «Тебя хоть там любят» на интернет-портале YouTube. В течение 2 месяцев количество просмотров приблизилось к 500 тысячам, а в этом году достигло уже почти 1 000 000 просмотров. Ее лирика часто касается темы сложных отношений между современными людьми. Между строк отражается и собственный опыт, и личные переживания, и мысли автора, воплощенные через лирического героя. В Краевом центре талантливая поэтесса выступит 25 сентября на сцене Театра юного зрителя. Скажи мне, не мучай, тебя хоть там любят? Запомни, послушай, на всякий пожарный, на экстренный случай, чтобы не было трудно, я вытрясла душу.